В Китае арестовали 7 человек, которых обвиняют в гибели лебедей. 230 птиц погибло. Настоящая трагедия произошла в одном из автономных округов страны, внутренняя Монголия. По предварительным данным, лебеди погибли из-за химического отравления водоема. Специалисты обнаружили в крови у птиц опасный пестицид. Его широко используют в сельском хозяйстве Китая против вредителей. Кроме того, установлено, что погибли птицы не случайно. Браконьеры отравили лебедей специально. В Китае история приобрела большой общественный резонанс. И полиция даже предложила вознаграждение за поиски бандитов. 15 тысяч долларов за поимку преступника. Вероятно, поэтому браконьеров обнаружили так быстро.